А что там случилось, что мы там заявление писали? Ну, как обычно, он как напьется, он не понимает, что он делает, что он делает. Сценарий у жертв домашнего насилия во многом схож. Тиран-родственник, приняв изрядно на грудь, начинает выяснять отношения с близкими, принося им не только моральную, но и физическую боль. Проблема циклична. Если один раз дебошир не получает должного наказания, то, почувствовав безнаказанность, он продолжит терроризировать семью. Именно с такими гражданами активно проводится работа в рамках специального комплекса мероприятий «Дом без насилия». Проверяем по месту жительства. Собираем информацию в отношении беседы с соседними, беседам, как они характеризуют. Также проверяем их систематически, чтобы не нарушали режим проживания. Актуальность проведения акции подтверждают цифры статистики. За 3 месяца 2019 года милиционеры области получили более 2400 сообщений о насилии в семье. Причем по результатам проведенных разбирательств возбуждено 3 уголовных дела, среди которых есть такие категории, как убийство и умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Обычно между собой выясняют. Не могут никак поделить жилье свое. Вот и все. Кому-то что-то не нравится. Либо перепивает немножко. Всему виду. Алкоголь. Работа социально уязвимой категории граждан лицами, злоупотребляющими спиртными напитками, продолжится. И, как показывает практика, есть результат. Каждый год с учета правоохранители снимают несколько человек, каждый из которых начал новую жизнь, без алкоголя и вредных привычек, с планами и мечтами на будущее.